Всех приветствую. Продолжаем смотреть описание к работам художников и скульпторов по книге «Великие музеи мира». Дурга. Место находки неизвестно. 8-9 века. Камень, резьба, высота 690. Дурга – имя жены бога Шивы в ее грозной ипостаси. Дурга рассматривается как Шакти Шивы, манифестация его творческой энергии. Она выступает как богиня-воительница, защитница богов и мирового порядка от демонов. Одним из ее главных подвигов стало убийство демона-буйвола Махиши, который прогнал богов с небес на землю. Дурге пришлось с ним сражаться, так как, согласно предсказаниям, Махишу не могли убить ни муж, ни животное. Скульптура изображает Дургу в виде восьмирукой женщины, стоящей на поверженном быке. В правых руках у нее различные атрибуты. Хвост этого животного, топор, парасу, меч, кхага, пылающее колесо, чакра. Одной из своих левых рук Дурга держит за волосы карлика-демона Асуру. У других у нее чаша, стрела, щит и пламенеющая раковина. На богине многочисленные ювелирные украшения, в том числе и шнур брахмана Упавита. Вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Дурга 8-9 века. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего. Узнали что-то новое.